Привет. Идем небольшой компанией на Ветлан по длинной дороге, то есть чуть-чуть в обход, не напрямик в гору. У нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть с половиной. Ну вот на самом деле семь. Один маленький. И я восьмой. Прошли где-то с километр. Такая вот красота здесь вокруг. Вот так вот ударить здесь, и все, и засыпет тебя. Вон там ребята валяются в снегу. Кому там снега было мало? Москва, Питер. Коллеги просто жаловались. В Питере буквально на той неделе только снег выпал. Ну, в Москве чуть пораньше. В Перми уже давно лежит. А здесь, в Красновишерске, еще давнее. Идем в горку, поэтому немножко запыхиваемся. Березы вот-вот могут треснуть от такого напряга снежного. До земли склонились. Нашли такой домик. Да пусти только. Да пошутил я. Дима, смотри сюда, Дима. Сядь, смотри. Да, там желтый снег. Не ходите туда. И что ты там долго лежать собрал? Вот такие домики. Все, дошли до вершины. 3 километра с небольшим получается. Сейчас выйдем к утесу. В том году я ходил один. Да, есть видео. И здесь все, вся эта площадка была целина сплошная. Вообще никто до меня не ходил в тот день. Было очень-очень красиво. Здрасте. Там еще целая компания. Ну, да сегодня вообще тут аншлаг. Мы здесь тогда это чучело сжигали. Да, вот видишь, там в конце речка впадает, вон там. Ага. И она как раз все это делает. И вот здесь речка, видишь, внизу тоже слева впадает. Тоже это делает протоку. Снегоход где-то идет. А, внизу вон. Поищи. Ну, вон внизу. Вот, близко здесь. Смотрите, солнышко чуть-чуть сейчас выскочит. Все, сейчас сюда еще выглянем и буду просто фотографировать. Сегодня ни штатив не взял, ничего. Здравствуйте. Скажите, да. Сыр? Скажите, ГЦУ.
Сыр. Мальчики, ой. Сыр. Ты не ходи туда тоже. Ну. Так, что лежим, кого ждем? Давайте вас на камень сфоткаем. Так, вот, смотрите. Сейчас, подожди, я... Ой, за ручку подойдем туда. Не-не-не, Дима, сюда. За ручку. Дима, сюда иди. Просто здесь вообще прям Я, наверное, с мамой сюда со всей семьей приеду. Здесь ой, просто. А вообще... ты в первый раз тут? Да. А, ну тогда да, понятно. Здесь вообще. Почему? А я сам здесь первый раз, хотя да? Здесь живу 20 лет. А я второй раз. Некоторые по 36 лет живут здесь и на поминенном ни разу не были. Близко не подходите, чтобы он не подходил. В опасной близости от края. Стоит один раз подскользнуться и все. Ну вот и все, мы дошли до крайней точки. Ребята уже в обратную сторону пошли. Вот там мы пообедали, перекусили, чай попили. Дальше уже не пойдем. Снимать я особо здесь ничего не хочу. Уже 10 раз все, и не только мной, поснимато. Солнышко немножко у нас начало выходить. Появились тени красивые на самой речке. Вот там внизу деревня Петруниха, мне сказали. Я уже забыл все названия. Все, мне надо догонять ребят. Сейчас попробую таймлапс снять. Точнее, таймварп, так называемый, нашей дороги назад. Если батарейка не сядет, то как раз этим таймварпом и закончу это видео. Всем пока. Вот такой был выходной. Воскресенье. Пока.